Итак, что же эта спутниковая тарелка делает здесь на экране? С древних времен человек пытался установить контакт с космосом, получить сообщение с космоса. Ньюзвик за 1983 год говорит, «Наша надежда не только в том, чтобы перехватить сообщение инопланетян о погоде, но услышать весть, направленную для жителей Земли или для всей нашей Вселенной». US News and World Report Говорит, если кто-то пытается установить с нами контакт, мы готовы слушать. Если там кто-то есть, эй, говорите к нам, мы хотим вас слышать. Первый космонавт, который побывал в космосе, сказал, там нет никакого Бога, я его не видел. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Почему же мы отрезаны от внешнего мира? Библия говорит, что мы отрезаны из-за греха. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Они и скрылись. Мы скрылись. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Исаия 59:2. Человечество не может обвинять Господа, потому что Господь и грех несовместимы. Слава Богу, что у него был план, и Иисус Христос пришел восстановить связь между землей и небом. Но если бы и она забыла, но я не забуду тебя, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Если бы человечество хотело услышать Господа, им не нужно кричать «Эй, кто-нибудь там есть?» они могут только обратиться к Библии, и они узнают, что есть Тот, Который заботится о них. Он пришел в этот мир, и Он жил среди нас. Он пострадал и умер за наши грехи. Амоза 3 глава 7 стих «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Бог всегда говорил к жителям земли через своих пророков. Иногда Никого не оставалось, кроме пророков. Иногда мир был настолько грешен, что даже пророков больше не было, и голос пророков умолкал. Но миру не понравились пророки. Они лучше будут говорить, «Эй, кто-нибудь там в космосе, говорите, мы будем слушать». Но они не слушали пророков. 2 Петра 1,21 говорит, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Библия утверждает, что пророчество — это голос Божий. Это Бог обращается к человеку через пророков. Но мы этого не хотим. Бог написал своим перстом на камне и сказал, «Вот мое слово к вам, если вы хотите послушать». Но мы говорим, «Нет, мы это не хотим, мы сделаем свой закон». «Если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним». Число 12.6. Очень важно помнить, и понимать, как Бог обращается через пророков. Можем ли мы определить, это пророк или лжец? Мы должны использовать библейские критерии. Если есть пророк, Бог будет обращаться к нему через видение и через сон. Кто-то скажет, у меня было видение, я видел сон. Как мы знаем, это пророк Божий или нет? В книге Деяния Библия говорит, что говорил Бог устами святых своих пророков от века. У человека нет оправдание. Мы не были отрезаны. Бог от века говорил. Иисус Христос пришел в наш мир. И вести Иисуса была следующей. Иоанна 12, глава 32 стих. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это величайшая весть всех времен. «Пророчество не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь. Песла Никитам, 5 глава, 20-21 стих. Сегодня люди презирают пророков, потому что много ложных пророков. И как узнать, истинный Он или ложный? Библия говорит, не презирайте пророков, но проверяйте, всего испытывайте. Если хорошее, держитесь, если нет, выбросите. Как я могу узнать, пророк от Бога или нет. Очевидно, Бог не может оставить нас полагаться на наши чувства если я чувствую, что это от Бога или нет, мы должны знать точно, от Бога ли пророк или нет. Паралипоменон 20.20. «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Если вы хотите иметь успех, слушайте пророков, потому что они выведут вас и предупредят об опасности. Они Будут говорить в гармонии с Словом Божиим и предупредят вас о будущих событиях. И Иисус говорит в Матфея 24 главе: Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Большая проблема. Как мы можем тогда определить, либо пророк от Бога, либо нет? Я не должен презирать, должен проверять, держаться доброго, но я должен быть осторожным потому что есть лжепророки. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Это большое дело. Господь не просит вас делать что-то легкое. Это огромная ответственность. Много пророков, и мы должны определить, от Бога или нет. Испытывайте, проверяйте на основании Слова Божьего. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему». Библия говорит о пророке, который предскажет о пришествии Иисуса Христа. Дать уразуметь народу спасение, истинный пророк расскажет о том, как получить спасение и о прощении грехов их. Истинный пророк не скажет вам, нельзя говорить о падении человека, о его греховном состоянии истинный пророк не будет говорить, что об этом нельзя говорить. Истинный пророк скажет, мы грешники, мы нуждаемся во спасении через Иисуса Христа. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Это может делать и проповедник. Он не обязательно должен быть пророком, чтобы направлять на путь мира если только он проповедует Слово Божие. Пророк, тем более, он должен быть в согласии с Библией. И как же мы проверим пророка на истинность? Как мы определим, это пророк от Бога или нет? Давайте обратим внимание на критерии проверки пророков. Первое. Весть пророка должна быть в согласии со Словом Божиим и с Законом Божиим. Обращайтесь к закону, и откровению, если они не говорят, как это слово, нет в них света. Закон — это первые пять книг Библии, Тора, которые также содержат десять заповедей, а свидетельство — это свидетельство пророков, которые в гармонии с Торой. «Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа». Плач Иеремии 2:9. Слово Божие говорит, вы не можете сознательно идти против Слова Божия и ожидать, что Господь будет говорить к вам. Послушание Господу является условием того, что Господь будет говорить через пророка. Быть послушным Слово Божию. Это очень важный критерий. Он исключает большое количество пророков. Если первому критерию они не соответствуют, это видение не имеет отношения к Богу. Второй критерий предсказания истинного пророка должны исполняться. Второзаконие 18.22. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил себе слово, но говорил себе пророк по дерзости своей. Не бойся его. Каждый пророк, который говорит вам, кто выиграет скачки в этом году, угадает. Это не значит, что над Бога. Потому что все другие критерии тоже должны подтвердиться в его служении. Пророк должен соответствовать всем критериям, не только одному, потому что ложный пророк тоже может некоторые вещи говорить правильно. С другой стороны, истинный пророк может также сделать предсказание, и оно не исполнится, и он все равно будет истинным пророком. У нас есть такие примеры в Библии. Иона. Что Иона сказал? «Неневия будет разрушена! Неневия будет разрушена!» Разрушена ли была Ниневия? Нет. Иоанна знал это, он был полностью разочарован, потому что он знал, что возможно Ниневия не будет разрушена. Почему? Потому что пророчество было условным. Пророк сказал им, вы грешники, и Бог разрушит этот город, что сделали Ниневитяне, они раскаялись в своих грехах в прахе и пепле, а Иона пошел и жаловался, что не получилось у него пророчество. Он думал, что он ложный пророк. Будьте осторожны, как вы измеряете предсказания истинных пророков. Во-первых, пророк должен соответствовать Слову Божию. Его пророчество должно обязательно исполниться, если не было условного элемента в этом пророчестве. Он должен говорить в согласии с законом Божиим и должны исполняться его предсказания. Итак, третий критерий. Истинный пророк назидает народ Божий. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещевании и утешении. Назидает церковь. Бог избирает пророков из его церкви. Когда Савл был призван, и он стал Павлом, он был послан в церковь. И там он получил откровение о том, что он должен делать. Не он пришел в церковь, говорит церкви, что церковь должна делать. Нет, наоборот. Поэтому пророки, они в церкви Божией. Четвертый критерий истинный пророк возвеличивает Христа как сына Божия. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. Иначе от Моисея и изо всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Иисус соответствовал этому критерию. Истинный пророк возвышает и возвеличивает Христа как Сына Божия. Пятый критерий. Пророк говорит, как власть имеющий. Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Илья, Иоанн Креститель, они говорили, как власть имеющие, потому что они говорили Слово Божие. Шестой критерий истинный пророк будет приносить добрый плод. По плодам их узнаете их. Матфея 7 глава, 20 стих. И затем есть еще один очень важный критерий. Истинный пророк проявит физические признаки во время видения. Давайте обратим на это внимание. Пророк держит глаза открытыми во время видения. Говорит, слышащий слова Божии, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты глаза его. Библия говорит о том, что во время видения у пророка открыты глаза. Падает, но глаза его открыты. Числа 24 глава 4 стих. Новый перевод короля Якова следующим образом передает этот текст слова того, который слушает Слово Божие и видит видение всемогущего, он падает вниз, но глаза его широко открыты. Это одно из признаков физического состояния. Он падает, но глаза его открыты. Новый интернациональный перевод искажает этот текст. Слова того, кто слышит слова Господа и видит видение всемогущего, он падает ниц, и глаза его открываются. Это не соответствует оригиналу библейского текста. Оригинал говорит, глаза его остаются открытыми. Многие современные переводы искажают текст Священного Писания, они основаны на тех манускриптах, которые мы сегодня не можем использовать. Мы не можем их использовать для изучения доктрины. Перевод короля Иакова и новый перевод короля Иакова передают текст более точно. Итак, следующий а, признак физического состояния пророка. Истинный пророк падает, обессилен, затем укреплен, не дышит во время речи даже, во время видения. Это очень тяжело подделать. Очень тяжело было бы подделать такое состояние. Потому что только Бог, имеющий жизнь, наделяет пророка жизнью когда пророк не дышит. Данила, 10 глава, 7 стиха. Вы знаете, что вся 10 глава не находится в новых переводах Библии. «И только один я, Даниил, видел это видение, но во мне не осталось крепости. Итак, Даниил обессилил». Это первый признак пророка. «Как только услышал я глаз, слов его, в оцепенении пал на лицо свое. И дальше он говорит, и дыхание замерло во мне. Он не дышал. И затем он говорит, тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. Вот последовательность. Он сначала обессилил, он падает, он не дышит, и затем его укрепляют и поднимают насколько сильным будет человек, которому прикоснулся Бог. Он будет исполнен силы. Насколько сильным был Самсон, когда Бог прикоснулся к нему. Он ловил льва на лету и разрывал его на две части. Это проявление силы, не так ли? Или он пошел к воротам филистимского города, поднял эти ворота вместе со столбами, вырвал весь фундамент, поднял их и вынес на гору и положил на вершине горы. Вот так человек исполняется силой, когда прикасается к нему Господь. Это просто для интереса. Вот что происходило с этими пророками, когда они были в видении. Данила 10 глава 16 стих. «Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящему предо мною, ⁇ Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. ⁇ Очень интересно, Даниил, 10 глава, 17 стих. Он говорит Господу, как я могу говорить? У меня нет дыхания. Новый перевод короля Якова говорит, что касается меня, во мне не осталось никаких сил, и никакого дыхания не осталось во мне. Давайте посмотрим на новый интернациональный перевод. Уже проблема. Моя сила ушла, и я с трудом дышу. Это обман. Это прямая ложь. Как вы думаете, почему они в Библию написали прямую ложь? Почему они напишут, что глаза открыты или закрыты, и он дышит? Это возможно ради того, чтобы поддержать ложных пророков? Я думаю, что это возможно. Итак, подведем итог. Во-первых, пророк падает без силы. Во-вторых, он укреплен и поднят Богом. В-третьих, его глаза широко открыты во время видения. И четвертый библейский признак — он не дышит во время видения, но может говорить. Вот что говорит Библия. Это кажется вполне невозможным, но вот что говорит Библия. При тестировании пророка нужно принимать во внимание все признаки, о которых мы говорили. Это очень важный признак — физическое состояние пророка. Посему и сказано, «Восшед на высоту пленил плен и дал дары человекам». Ефесянам 4, глава 8 стих. «Когда Бог вознесся, Он дал церкви все необходимые дары. Иных поставил пророками, апостолами, евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». Вот для чего даны дары. Для служения, для созидания тела Христова и для внешнего мира, и для созидания тела Христова для Церкви. Ефесянам 4 глава, 12 стих. Эти духовные дары были даны Богом, чтобы утвердить Церковь, назидать Церковь, сделать ее способной для служения миру. Обратите внимание, Бог не дал эти дары людям снаружи, которые придут, чтобы научить Церковь, но дал дары Церкви, чтобы научить тех, что находятся вне Церкви но не наоборот. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру Полного Возраста Христова, благодаря дарам истины, дарам Духа Святого, Он объединит Церковь. Что будет, если мы отвергаем дары служения Духа Святого, дары пророчества? Что происходит? Когда им не понравилось, что говорил Исаия, что с ним сделали? Разрезали пополам. Разве это? Что-то хорошее, что они сделали с пророком. А что с Иеремией сделали? Нет, они его заправили в систему, которая избивала его. А они действительно издевались над ним. Им не понравились вести пророков. Как вы думаете, понравятся ли им вести пророков позже? Я не думаю, что будет лучше, наверное, только хуже. Бог говорит а иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями и так дальше. Он перечисляет все виды даров, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ефесянам 4 глава, 14 стих. И затем в ранней церкви были прекрасные, удивительные пророки – были другие пророки позже в истории церкви, и затем церковь изменила свое лицо. К концу второго века большинство церквей приняли новый вид. Затем появился человек греха, глаза его как глаза человека, уста, говорящие богохульно, язычество вошло в церковь. Библия говорит, будет угнетать святых Всевышнего и возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И если закон отменен, что говорит Библия, пророки больше не сподобляются видений от Господа. Притчи 29.18. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Не стало у них закона, и пророки ее больше не сподобляются видений от Господа. Пророчество будет исчезать на этой планете. И затем Бог призвал реформаторов. Они еще не обнаружили снова истину о законе, а они не вернули все утраченные истины. Бог вел их Духом Святым. Бог может вести вас Духом Святым, но это не значит, что вы еще пророк. Слово Божие говорит, «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и дракон дракона жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени Ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Библия говорит, что в последнее время люди будут наделены Духом Святым, они будут видеть видение. Некоторые будут не просто видеть сны, видеть видение, будут призваны к служению пророков. Что же такое свидетельство Иисуса? «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Церковь последнего времени будет иметь дар духа пророчества, не имеющий недостатка ни в каком даровании – согласно Библии, дух пророчества будет восстановлен в церкви последнего времени. Случилось это или нет? Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. В последнее время, когда закон Божий будет восстановлен, истина будет восстановлена, дар пророчества будет также восстановлен. Церковь последнего времени будет соблюдать заповеди Божии, и будет иметь дар пророчества. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный. И звезды небесные пали на землю, как смоковница мы уже говорили об этом, когда говорили о последних событиях. Вильям Миллер начал проповедовать о событиях последнего времени. В это время, когда Вильям Миллер начинает проповедь, Бог призывает пророков во всех частях мира. Куда бы вы ни посмотрели, возникают пророки. Но как отличить, которые из них от Бога, а которые не от Бога? Мадам Блаватская, она говорит, «Люцифер — это он, Логос, змей наш спаситель». Она говорит, что Люцифер — это Бог нашей планеты истинный или ложный пророк? Мне кажется, что правды здесь нет, потому что она не отвечает первому критерию. Она взвешена и найдена легкой. Потому что первый критерий говорит, обращайтесь к закону и откровению, если она не говорит, как это слово, нет в них света. И затем Библия говорит, что истинный пророк возвеличит Иисуса Христа, признает его как Сына Божия, она говорит, нет, Люцифер — это Сын Божий. Извините, мадам Блаватская, но вы, наверное, ложный пророк. А как насчет Джоанны Саус Скотт, Мать Христа? 1750 год до 1814 года. Она говорит, что я забеременела и ожидаю рождения Иисуса Христа. Она настолько убедила своих последователей, что после смерти сделали вскрытие, чтобы проверить, чтобы случайно и Иисуса не похоронить, или Мессию, который был там внутри. Но ничего не оказалось. Очень странно. Исполнились ли ее предсказания? Нет. Как насчет Рассела? Он говорил о том, что он имел пророческие видения. Что же он сделал? Он отверг божественности Иисуса Христа. Наверное, он тоже ложный пророк, как насчет Джозефа Смита, который направо и налево противоречит Библии? Он заявил, что ангел Морони призвал его быть священником. Он новый священник. И истинный Бог — это не тот, который был на земле. Нет, нет, нет. Мормоны говорят, что в Едемском саду дьявол сказал правду, а Бог обманул. Извините, Джозеф Смит — наверное, вы ложный пророк. Вы не говорите согласно закону Божию и согласно свидетельству Иисуса. И кто был ваш ангел Морони, я его не знаю. Мормонский храм Солт-Лейк-Сити. Как насчет Нострадамуса? Говорил ли он вещи, которые исполнились? После факта исполнения можно так и объяснить, потому что во всем можно найти какое-то сходство, Особенно если вы принимаете наркотики, чтобы получить видение? Жил ли он жизнь, приносящую плоды? Я в этом сомневаюсь. Все эти пророки, как насчет гностиков? Они говорили о том, что Иисус не является Сыном Божиим, есть другое божество, которому нужно поклоняться. Как насчет Эдгард Кейс, большой целитель и пророк, он тоже говорил, что получает. Как насчет Папа Пия X? Он заявил, что он наделен всей полнотой власти, он получал видение. Он говорил о том, что католическая церковь поставит на якорь корабль Евангелия. Но это не соответствует ни закону, ни свидетельству. Но наоборот. Как насчет этого человека Краулы, его всевидящие око, великий пророк и мах движения «Новый век» и большой спикер для рок-музыкантов мира. Один из тех, кто критиковал Библию больше всех, кого видел этот мир. Он сказал, что он желает быть поцелован тем, кто поцеловал Вавилон. Очень интересная фраза. Мария Деви Христос, Джим Джонс. Все они заявили, что они мессии, пришедшие в мир, но на самом деле были кем угодно, но не мессии. В 40-х годах 19 века. Были все эти ложные пророки и группа верующих во второе пришествие. Уильям Фой видел видение, и он отказался говорить об этих видениях, потому что он был черным и боялся, что люди не примут его весть, потому что в то время было очень много предрассудков по отношению к чернокожим. Хейзен Фосс также принимал видение от Господа. Он сказал, что Слишком тяжелые последствия того, если я начну рассказывать об этом. Молодые люди принимали видение, но не говорили о них, они отказались это делать. И затем была молодая женщина по имени Эллен Г. Гарман, позже вышла замуж и стала Эллен Г. Уайт, родилась в 1827 году и умерла в 1915 году в Калифорнии. Она принимала видение, будучи молодой, она говорит, после того видения, которое я видел, Бог открыл мне свет. Он просил меня поделиться этим, но я уклонялась от этого. Я была слишком молодой и подумала, что люди не послушают меня. Но затем она решила поделиться этим. Вот цитата от Хейзена Фосс. «Человек, который получил видение, отказался им поделиться». Прошло время, он забыл, о чем было видение, но затем он посетил одну встречу, во время которой Елена Гарман рассказывала о видении. И затем он написал, «Бог дал мне вещь, чтобы я передал ее народу Божьему, но я отказался из-за тех последствий. После вашего рассказа я понял, что Господь взял видения, которые Он давал мне, и передал их вам. Не откажитесь послужиться Бога, потому что это будет стоить вам жизни. Я потерянный человек, вы выбраны Богом. Будьте верны вашей работе, передавайте весть, которую Бог открыл вам». Очень интересная история того, как Бог избирал пророков. Она была только молодой ученицей в школе, когда в третьем классе получила травму из-за того, что камень был брошен ей в лицо. Передняя часть носа была а, перебита. Она не могла больше посещать школу и всего имела три класса образования. В 12 лет она перестала посещать школу. На одной из фотографий вы видите, что один глаз немножко выше другого. Это была серьезная травма в те времена они не имели возможности сделать операции, как они делают это сегодня. И эта молодая девушка начала продолжать проповедовать весть Миллера. Она получала видение. Одно из видений открыло ей значение земного святилища. Очень удивительная истина. Истина об Иисусе Христе, как первосвященнике небесного святилища, который находится в послании к евреям помните о том, что дракон рассверепел на жену и вступил в брань с остатком от семени ее, теми, кто имеет свидетельство Иисусова. Поэтому последняя битва, которую будет проводить женщина в белом и дракон, Библия предсказывает столкновение этих двух сил. Свидетельство Иисуса, дух пророчества. Церковь Божия не будет иметь недостатка ни в каком даровании. Во втором послании Петра говорится, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная же прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Главный вопрос – от Бога весть или от дьявола? Испытывайте пророков. Не все пророки написали книгу Библии. Не все пророки, которых призывал Господь, написали что-либо в Библию. Бог использовал и мужчин, и женщин. Как пророков мы находим примеры и в Ветхом Завете, в первой книге Царств, 7 глава, пророчицы Мириам, Гильда, Дебора, книга Судей, 4 глава, 4 стих, примеры в Новом Завете пророков и пророчец. Тех, которые не записаны в канон Симеон, Анна, Варнава, Филипп, вернее, четыре дочери Филиппа. Это пророки, которые были названы пророками, но ничего не написали в священное писание. Отвечает ли Елена Вайт библейским критериям пророка? Манускрипты 88. Господь сказал, напиши то, что я открыл тебе. Я повелеваю тебе делать эту работу. Моя рука, которая дрожала и была очень слабой. Несмотря на слабость мою и болезнь, моя рука укрепилась, и я начала писать. Бог наделил меня способностью писать. Ей было 17 лет, 3 года образования. Она начала писать. Некоторые спрашивают, может ли Бог использовать кого-то, кто настолько физически слаб и имеет только три года образования? Ответ – да. На самом деле Бог даже мог использовать ослицу. Использовал ли Бог ослицу? Несомненно. А что, если вы отказываетесь слушать ослицу? Тогда вы можете умереть. Вы видите, Бог, если может использовать ослицу, а кого-то может использовать и с тремя классами образования. Я в этом не сомневаюсь. Она говорит, как только я брала ручку в руку, моя рука укреплялась, и я могла писать. Давайте обратим внимание на критерии пророка. Возвеличивала ли она Библию, Слово Божие и Закон Божий? Она говорит, избранные вести, том 2. Священные Писания нужно принимать как источник авторитета и непогрешимого откровения Божественной воли. Их нужно принимать как стандарт для развития характера, доктрины и опыта христианина. Придерживайтесь Библии и ее текста, как это написано, и прекратите критиковать ее достоверность. Будьте послушны Слову Божию, иначе вы будете потеряны. Библия и только Библия является нашим вероучением. Библия и только Библия должна быть нашим вероучением. Она едина, Слово Божие непогрешимо. Вознесите знамя, в которой Библия считается основой веры и поведения. Если она так много писала, и Библия должна быть одним только нашим источником вероучения, зачем она писала? Разве Библии не хватит? Много людей сегодня отвергают Библию повсеместно. Она не может добавить ничего к Библии, ничего убавить. Она может только призвать людей обратить внимание на то, что уже существует. Она говорит, Библия и только Библия должна быть нашим источником вероучения. И если кто-то покажет какую-то доктрину, вот, смотрите, где вы это взяли, покажите мне в Библии. Если нет этого Библии, нет основания для нашей веры. Она пишет, эти свидетельства даны для того, чтобы обличать, направлять и напоминать о незыблемом значении истины Слова Божия. Написанные свидетельства не для того даны, чтобы предоставить вам новый свет, но чтобы ярко отразить на каждом сердце истины, которые уже открыты. Вот что пророки делали всегда. Обязанности человека по отношению к Богу и к другим людям ясно указаны в Слове Божием, но только некоторые из вас послушны свету, который уже открыт. Дополнительная истина не открыта в моих трудах, но через свидетельство Бог открывает те же истины, которые были уже открыты раньше, для того, чтобы пробудить разум каждого человека. Это соответствует критерию пророка — соответствовать Библии, свидетельству и закону Божию. Представьте ихнему вниманию пророчество. Покажите им чистоту и пребывающее значение закона Божия. Ни одна точка или черта из закона не потеряет силу до конца времени. Гармонирует ли подобное утверждение с законом и свидетельствами? Разве человек не может понять, что, умоляя закон Божий, мы бесчестим Христа? Зачем Христу было приходить и умирать на кресте, если закон Божий потерял свою силу? Призванный, чтобы открыть человека греха, в то время, когда мы живем, Господь призвал Свой народ и дал им весть, которую они должны проповедовать. Они призваны, чтобы открыть греховность человека греха, который издал закон о воскресном дне, возмечтал отменить у них праздничные времена и закон, угнетает святых Всевышнего и бесчестит Бога, отвергая день памяти Его творения, день субботний. Вы видите соответствие Священному Писанию. Может быть, не соответствует чувствам многих организаций сегодня в мире, но это на основании Библии. Исполнились ли ее предсказания? Это тоже интересный вопрос. Землетрясение в Сан-Франциско 18 апреля 1906 года. Она предсказала войны. Господь говорит через пророка Исаию, «Прождуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите». Это цитата из Исаии 8 главы. «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называйте заговором всего того, что народ все называет заговором. И не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Очень интересный отрывок Священного Писания, о чем он говорит. Его можно истолковать разными путями. Среди христиан, пишет она, есть те, которые задают вопрос, можно ли христианину участвовать в свободном масонстве и других тайных обществах. Таковым следует внимательно исследовать выше цитированный текст. Если мы христиане, мы должны быть христианами везде и должны принять во внимание советы предостережения, данные Господом. Очень интересная цитата. Эта ужасная картина, которая представлена нам, Иоанном, в Откровении, показывает, что власти земли предадут себя злу. Те, которые примут истину, должны понимать, насколько опасно связывать себя с тайными обществами или с другими группами, которые не соблюдают заповеди Божии. Различными образами Господь Иисус представил Иоанну извращенный характер и испорченное влияние тех, которые преследовали народ Божий. Эти свидетельства помогают увидеть исполнение пророчеств в книге Откровения. Ничего нового здесь нет. Бог показал мне отвратительные дела жителей планеты Земли, тех, которые вступают в конфедерации тайные общества, отвергая закон Божий. Храните себя от этого зла. Больше и больше религий мира будут показывать свою истинную природу, природу зла. В конце будет только две группы, соблюдающие заповеди Божии и те, которые будут воевать против закона Божия. И дальше она продолжает. Она говорит во многих других цитатах. Она говорит об опасности отвержения закона Божия и соединения с тайными обществами. В последнее время будут созданы огромные монополии. Это было написано, помните, 150 лет назад. Сливаются ли сегодня большие предприятия и Большие организации в монополии. Люди будут организовываться в унионы, которые объединят их в отряды врага. Огромные средства будут сосредоточены в руках немногих. Организованы ли сегодня мегамагазины, мегабанки, будут организованы профессиональные союзы? И те, которые не согласятся присоединиться к этим союзам будут помечены. Я знаю хорошо эту историю, потому что я был в этой игре. Это непростая игра. Профессиональные союзы будут содействовать тому, что на Земле настанет время трудностей и беспокойства, которых еще не видела эта планета. Можете представить себе, когда издаются законы о труде и отдыхе. Я могу рассказать вам много историй об этом, но это было написано еще 150 лет назад. Что мир сегодня говорит? Это права человека иметь подобные права. В откровении своих праведных судов Господь разрушит все эти общества. Когда сядут судьи, откроются книги, будут открыты пред всем миром, насколько эти все конфедерации не соответствуют образу Иисуса Христа, полагающиеся на тайные общества, не отличаются от индусов, которые полагаются на бездушных идолов. Весть должна быть прямой, и он указывал царям своего времени на их беззаконие. У нас мало желания постичь глубину истины. Каждый, кто верит в настоящую истину, должен будет дать отчет за упование, которое он избрал. Народ Божий вынужден будет стоять перед царями, князьями и президентами для того, чтобы рассказать, что является истиной. Они должны быть обращенными мужчинами и женщинами, за одно мгновение посредством Святого Духа человек может быть научен больше, чем от всех профессоров планеты. Вселенная, наблюдающая за великой борьбой, будет видеть свидетельство. Это пророчество, которое представляет Библию и Иисуса Христа в центре. Те, которые стоят под обогренным знаменем Эммануила, не могут объединять себя с тайными обществами или свободным масонством. Либо вы со Христом, либо вы против Него. Безграничной ценой Бог приобрел возможность для каждого из нас избрать спасение. Ангелы смотрят с нетерпением, воспользуемся ли мы этой возможностью. Когда весть представлена Божьему народу, они не должны восставать против нее, но возвращаться к Библии, сравнивая с законом и свидетельством. Если не соответствует им, там нет истины. Бог желает, чтобы разум человека постоянно развивался. Он желает, чтобы мы возрастали в благодати. Он желает, чтобы мы каждый день открывали богатство Слова Божия. Это соответствует Священному Писанию. Когда суды Божии придут на эту планету, ураганы, пожары, потопы, Бог предсказал все трагические события через Своих пророков. И затем мы видим страшные события нашего времени башни, Мирового торгового центра. Она пишет, в 1904 году, когда я была в Нью-Йорке, Господь показал мне высотные здания, которые возвышались в небо. Это еще до того, как в Нью-Йорке были построены эти здания. Эти здания были построены как пожаробезопасные и были возведены для славы их владельцев. Были использованы самые дорогие материалы. Следующая сцена, которая была открыта мне, это был огонь. Люди в страхе смотрели, как пожаробезопасное здание, но теперь они были охвачены огнем и дымом и горели подобно смоле. И человек ничего не мог сделать, чтобы остановить это бедствие. Она говорит, я проснулась, я видела из окна огромные шары огня, которые падали на дома. А от этих больших огненных шаров стрелы огня разлетались в разные стороны. Вы увидите по телевизору это видение в точных деталях. Невозможно было остановить огонь. Я видела много разрушений. Страх, охвативший людей, невозможно описать. Хотя он представлен как исцелитель и врач. Но он принесет и болезнь, и разрушение. Дальше она говорит об этом. Она использует текст и говорит. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует уныла земля, поникла вселенная. Земля осквернена, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Она использует Библию для каждой цитаты к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет в них света. Следующий момент, о котором мы сегодня поговорим, это очень интересный факт, это видение о здоровом образе жизни. Это удивительное видение, которое действительно потрясло меня, как ученого и как физиолога. Это видение не могло оставить меня равнодушным. В 1864 году она пишет, табак ⁇ это яд, который под обманчивым видом сначала приводит к возбуждению, а потом парализующее влияние оказывает на нервную систему. Он опасен тем, что его действие очень медленно и вначале незаметно. Многие стали жертвами этого яда. Вы скажете, все знают, что курение вредит здоровью, но это было написано в 1864 году, когда врачи того времени говорили, что сигареты лечат заболевания легких. Они говорили, курите, это поможет вам, вы сможете все проблемы вылечить. И одна женщина пишет совершенно что-то противоположное тому, что учит весь мир ученых того времени. И только в 1957 году Американское общество рака и Американская ассоциация сердца установили вред курения. Поэтому она опередила свое время на много лет. Что она говорит о кофе, о чае, о стиле жизни сегодня, который популярен в Америке? Что она говорит о пище, которая богата холестерином? Что она говорит о заболеваниях животных? Что она пишет об энцефалите, о заболеваниях животных? Я недавно сделал исследование в университете, и я получил награды за те исследования, которые я проводил. В Лондоне я получил награду. Награду за то, что я именно в этой сфере провел исследование. Я знаю пять других ученых, которые исследовали эти же вопросы, получили награды. Мы исследовали вопрос передачи заболеваний от животных к человеку. Журнал «Шпигель» и статья «Мертвые яйца». Она пишет, в 1901 году она пишет, скоро настанет время, когда масло мы не можем рекомендовать в пищу. Придет время, когда молоко будет непригодным в пищу, потому что заболевания животных будут передаваться от животных к человеку. Она пишет, яйца скоро невозможно будет употреблять в пищу, молоко, сметану или масло. Плоть животных никогда не было лучшей пищей. И сегодня вдвойне опасно, потому что животные болеют как никогда раньше. Если вы... ...опережают время, она продолжает масло лучше употреблять в холодном виде, чем употреблять его при выпечках. Откуда она знала об этом? Как она могла... И все увидеть и убедиться, что она говорит правду, опережая ученых своего времени. Но лучше вообще отказаться от масла, говорит она. Опережает свое время. Она говорит, сыр еще более опасен. У меня есть целая лекция об этом, которую я преподаю в научных кругах, и нет двух путей в этом вопросе. Я верю, что астма и остеопороз... Исчезли бы с лица земли, если бы люди прислушались к этим вестям. Сыр никогда не должен входить в желудок человека. В какой стране самый высокий уровень остеопороса? Голландия, Норвегия и все молочные страны. Почему? Потому что они употребляют продукты, повышающие кислотность которую нейтрализовать может только кальций, взятый из костей. Вот что вызывает остеопороз. Вы можете сохранить себя от многих проблем. Мы должны развивать реформу здоровья. Людей нужно учить, как готовить пищу без молока или масла. Скоро наступит время, когда использование яиц, молока, сметаны и масла из-за увеличения заболеваний среди животных будет опасным для человека. Убийцы вокруг нас. Вот что говорят ученые. Во всех уголках мира будет возможность заменить молоко и яйца. Настало ли это время? Да, сегодня есть и соевое, и рисовое молоко. Господь даст нам знать, когда это время наступит. Он желает, чтобы мы все благодарили Небесного Отца, который указывает нам путь жизни. Господь научит свой народ во всех уголках мира, как использовать. Другие продукты, которые дает нам земля. Молоко и сахар. Она пишет, я знаю людей, которых испугала реформа здоровья. Они не хотят ее принимать, потому что они боятся оставить молоко и сахар. Нужно медленно и постепенно делать переход в вопросах диеты. Никогда нельзя этот вопрос применять резко и необдуманно. Употребление молока и сахара в больших количествах опасно. Сахар закупоривает наш организм. Наверное, это полный бред, не так ли? А что же говорят об этом ученые? В чем проблема молока и сахара? Ученые приехали в мой университет и преподали лекцию отделению физиологии. Это совершенно светский университет. Они говорят, мы сделали исследование, как действует сочетание молока и сахара. То, что я услышал, подняло мои волосы на голове. Так что меня больше компании по производству шоколада и мороженого не обманут. Когда я употребил молоко, три глицерины поднялись, холестерин поднялся и сахар поднялся. Опустились после трех часов в эти уровни. Когда я употребил сахар, я увидел три глицерины поднялись, холестерин поднялся и сахар поднялся. Потом это все опустилось ниже нормы. Но когда я употребил сахар и молоко вместе, все эти уровни поднялись в два раза и продержались 10 часов. И поэтому самый лучший способ, чтобы умереть во сне, это перед сном употребить много сахара и молока. Потому что это может вызвать инфаркт, и часто люди умирают во сне. Статистика смерти от инфаркта показывает, что большинство людей умирает во сне. Это самый любимый напиток. Перед сном вы покушали, и ваш мозг отключается, и вы можете спокойно спать. Она сказала эти слова 150 лет назад. Разве это не удивляет нас? Кто-то может объяснить этот удивительный факт тем, что она скопировала эти идеи от других. Но как она могла их скопировать, если их не было тогда в мире? Книги, которые она написала о служении, исцелении, много книг о здоровье. Давала ли она наставление церкви? Она говорит, я не заявляю, что я пророчица. Никогда в своих выступлениях я не звала себя таким именем, хотя другие называли меня так. Я сказала, я вестник Божий, несущий весть обличения. Я никогда не называла себя пророчицей. Если другие называли меня таким именем, я не спорила с ними. Они ее спрашивали, ты пророк или не пророк, скажи нам. Она, отвечая и говорит: Я никогда не сказала, что я пророк. Я не могу назвать себя никем другим, как только вестницей Божией, несущей весть от Господа Его народу. Во время нашей беседы я не сказала о том, что я пророк. Некоторых это удивило. И поскольку об этом многие говорят, я дам вам объяснение. Другие называли меня пророчицей но я никогда не принимала этот титул на себя. Я не считаю своей обязанностью давать себе титулы. Те, которые смело называют себя пророками в наши дни, часто приносят поношение делу Господню. Мое же служение включает больше, чем определяет это имя. Я называю себя вестницей, которая передает весть народу Божию от Господа. Я была научена тому, чтобы моей работе не препятствовали те, которые обсуждают природу моего служения. Поручение данное мне включает работу пророка, но не заканчивается на этом. Таким образом, она признает себя за пророка. Возвеличивает ли она Христа как Сына Божия? Послушайте прекрасную цитату из журнала Review and Herald. К нашему Искупителю относились так, как мы этого заслуживаем, ради того, чтобы мы получили то, что заслуживает Он. Он пришел в наш мир и взял на себя наши грехи, чтобы мы могли обрести Его праведность. Он был осужден за наши грехи, в которых Он не имел никакого участия, чтобы мы могли получить праведность, в которых мы не имеем никакой части. Я бы сам не против иметь три класса образования, если бы я мог так писать. Желание веков. Одна из лучших книг о жизни Иисуса Христа. Кто об этом говорит? Я считаю, что это одна из самых лучших книг о жизни Иисуса Христа, кроме Библии, конечно. Каждый, кто будет читать ее, будет потрясен. Есть только еще одна женщина в мире, Алес Айбейли, которая может стать рядом. Она прославляет Люцифера и говорит, у меня нет другого задания, как приготовить мир к пришествию одного настоящего Бога, то есть Люцифера. Елена Вайт говорит, «Моя работа — приготовить мир к пришествию Иисуса Христа. Обращайтесь к закону и откровению. Путь ко Христу, желание веков, наглядные уроки Христа». Она написала столько книг, которые прославляют Иисуса Христа. Они были написаны рукой Божьего слуги, человека, который был избран Богом. Она пишет: Я желаю обратиться к тем, кто желает разрушить основание того, что делает нас адвентистами. Мы народ, соблюдающий заповеди Божьи, на протяжении 50 лет. Враг делал много попыток отвернуть нас от Слова Божия. Бог зовет нас сегодня обрести твердое основание веры, которое основано на непоколебимом основании Слова Божьего. Каковы плоды Ее служения? Учебное заведение. Госпитали везде и повсюду это место, где она жила, где она умерла Элмсхевен. Простой стол. Ее спальня это одна из ее внучек. Она делится драгоценными воспоминаниями из жизни этой удивительной женщины. Были ли физические признаки пророка? Это очень важный вопрос. Пророк должен выполнить все признаки истинного пророка. Давайте мы повторим. Физические признаки. Пророк должен падать обессиленным. Второй признак. Он поднимается и укреплен Господом. Третье. Его глаза открыты во время видения. Четвертое. Пророк не дышит во время видения, но может говорить. Очень тяжело подделать. Это были лагерные, палаточные собрания. Обратите внимание, если кто-то видит видение в маленькой комнате, где пару человек собрано, но только не в этом случае. Елена Вайт принимала видение в присутствии тысяч свидетелей и скептиков, которые окружали ее. И перед всеми этими людьми Бог дал ей видение. Позже... Это было уже необходимо, поэтому она видела видение в своей комнате, но первое видение она получала в присутствии тысяч зрителей. В начале видения она восклицает три раза ⁇ слава ⁇ И примерно на 4 или 5 секунд она кажется падает обессилевшей, но затем укрепляется в силе. Затем она исполняется сверхъестественной силой. Иногда она поднималась на ноги и ходит по комнате. Ее глаза всегда открыты, но она ими не моргает. Ее голова приподнята, она смотрит вверх приятным взглядом. Свидетельство очевидцев 12 июня 1868 год. Она ходила перед нами и говорила, и вдруг, внезапно она опустилась на пол. Казалось, что ангелы просто поддерживали ее своими руками. Она лежала тихо и бессознательно. Ее глаза были открыты с приятным выражением лица. Ничего не было сверхъестественного или необычного. Брат Вайт обратился к крепким мужчинам и сказал, возьмите руки ее и э, разделите их. Просто потяните и разделите их. Они попытались. Они тянули до тех пор, пока некоторым стало страшно, что они могут причинить ей боль. Это было видение во время общественного собрания. Тогда брат Уайт сказал, не переживайте, она в руках Божьих. Вы можете еще попробовать изменить положение ее рук. Они говорят, не нужно. Он попросил, тогда возьмите, попробуйте, один палец пошевелите. Они попробовали и не смогли. Ее тело было как гранит. Она поднялась, начала говорить и двигать руками. Я сказал им, попробуйте удержите ее. Они не могли ничего сделать. Она двигала рукой, они тоже шли с ней. Независимо от того, нравилось это им или нет. Казалось, что ребенок сможет остановить ее, но она продолжала двигаться по сцене. Давайте посмотрим на ее глаза, открыты они или закрыты. Тогда они принесли керосиновую лампу, к ее глазам, думали, что она испугается и закроет глаза, но она не закрыла глаза. Она была совершенно в бессознательном состоянии. Тогда брат Вайс сказал, давайте проверим, дышит ли она. Она выглядела естественно, но дыхания не было. Давайте мы поднесем зеркало и посмотрим. Тогда кто-то пошел в комнату и принес зеркало. Они поднесли зеркало к ее устам, но на нем не было никаких знаков от дыхания. Скептики и доктора приходили проверять ее состояние. Брат Уайт, он переживал, что они будут ее очень проверять сильно. Что они и сделали? Они принесли зеркало во время видения и поднесли к ее устам. Один из них сказал, она не дышит. Они начали обращать внимание на ее грудную клетку во время речи, когда она говорила, чтобы определить, дышит ли она. Но движения грудной клетки не было она совершенно не дышала. Она держала Библию высоко, открывала стихи, цитировала наизусть, когда глаза ее смотрели вверх. Она перелистывала страницы Библии и цитировала наизусть. Человек стал на стульчик, чтобы посмотреть, и стихи, которые она цитировала, смотря вверх на небо, были точно те, которые она открывала. Она говорила и не дышала. После того, как миссис Уайт поднялась на свои ноги и начала цитировать священное писание, доктор Флеминг попросил принести зажженную свечу. Тогда свечу поднесли к ее устам и держали возле ее рта, чтобы посмотреть, дышит ли она, но не было ни малейшего колебания пламени. Это истина или нет? Это свидетельство очевидцев на общественном собрании. Дар пророчества. 1844 год по 1915. Либо это от Бога, либо не от Бога. Только одно из двух. Сегодня этот пророк покоится. Этот пророк сегодня не живет, но его пророчества продолжают действовать. Она никогда не проявляла духовной гордости и не искала человеческой славы. Она прожила жизнь и сделала работу которая достойна восхищения, как достойный пророк в истории Америки. Так говорит совершенно независимый и нехристианский источник. Когда я начал исследовать священное писание, я сказал, Библия и только Библия, мне это все не нужно, дайте мне Библию, мне все, что нужно в Библии есть. И затем мне позвонил мой коллега который услышал и узнал о том, что я стал адвентистом. Сначала, конечно, он меня отругал, а затем он обрушил всю свою критику на эту женщину. Я никогда ее не знал, не читал. Я стал адвентистом на основании Библии и только Библии. И затем он назвал ее самой ужасной женщиной в истории. Он настолько был разъярен слова, которые выходили из его уст, я не хочу их повторять. Когда он положил трубку, я подумал, но кто же она? Кто же это такая, что человек настолько разъярен? И тогда я нашел книгу и начал читать. И чем больше я читал, тем больше я не мог читать без Библии. Моя Библия начала оживать, говорить ко мне. И впервые в своей жизни я узнал Иисуса как личного друга. До этого я не видел этой глубины и красоты Евангелия, которая была открыта через дух пророчества. Библия ожила, она не оторвала меня от Библии, она привела меня к Библии. Этот пророк, которого сегодня унижает мир, который сегодня отвержен миром, если кто-то здесь услышит это имя, вы можете услышать самые страшные вещи об этом пророке, лжец, плагиатрист и все остальное. Но Библия говорит, испытывайте пророка. Но скажите, а если пророк почитаем и уважаем в мире, настоящий ли это пророк? Почему Элиас Бейли, она сегодня самая уважаемая в мире – Почему сегодня в школах изучают ее труды? Почему эта пророчица имеет такое влияние и популярность в мире, а это настолько презренно и унижено? Очень интересный вопрос. Поэтому мой ответ вам. Если это от Бога, тогда принимайте и исследуйте. А если вы обратите внимание, что она уводит вас от Библии, выбросьте, читайте только Библию потому что она говорит, у нас нет другого основания веры, кроме Библии. Поэтому плод проверяют, когда его кушают. Она соответствует всем библейским критериям истинного пророка. Я не знаю ни одного другого современного пророка, который соответствует ни одного.